Почти всю свою сознательную жизнь я прожил в центре Москвы. И мы с моей собакой Русей, прогуливаясь по дворикам, встречали разных обитателей Арбата. Волшебные и неожиданные. Некоторые люди нашего времени, некоторые из прошлого, а некоторые просто тумбочки с ногами. Да-да, это чистая правда. Такие обитатели тоже существуют. И вдруг, совершенно случайно, мы с Русей оказались в невероятном месте. И, как говорил Бродский о Довлатове, вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. И правда же, наши герои, добавив немного иронии к жизни, занимались реконструкцией голубятни в центре Москвы в 2023 году. А я снимал их весь год, начиная с весны вплоть до 31 декабря. И постепенно, шаг за шагом, я научился видеть. Видеть то, что... или даже то, чего нам всем не хватает. Сейчас и всегда. Как давно у вас голубятня это? Лет 25 на 30. 30. Сколько вы здесь? Вот по, это, зимой каждый день. Зимой там они, когда голодные, они там... Каждый день здесь сокол летает зимой? Да, в центре Москвы? На минимум. Вы уже знаете, нет. Поразительно, что в центре Москвы нет проводов, и голуби летают, и сокол летает. Удивительно, да. Вот там вот есть, а здесь вот как-то, видимо... Здесь, конечно, хотелось бы, да, такой красивый, красивый сделать голубиный питомник, который бы, как вот в зоопарке, как, чтобы башенка была, здесь башенка была. Понимаете, сюда уже туристы приезжают. Туристы. Вот буквально вчера было, наверное, человек 30. Эти истории такие же правдивые, как и бегающая тумбочка с ногами. Для кого-то это новогодние сказки. А для кого-то это настоящая жизнь. Ну да, я сколько лет здесь. Сколько один вы здесь толкали все дело? 30. Ну, они один у меня были тут напарники. Умер у меня один напарник. Умер? Да, Николай был с Арбата. Сколько лет ему? Ему 60. А, сердце, да? 62 было, наверное, или 63 года. У него сердечный, да? Не сердечный, ну да, вот. Здоровый уже, хороший, нормальный был все. Ничего себе. Ну, на них тоже спортсмен такой, смотри, он тоже футбол. Он штангист был. Николай? Да, не, Наиль, я имею в виду. А Наиль футболист уже. Нет, а ну как, это же не вороны, а вот дикие, это, конечно, плохо, это от них болезни все. Дикие голуби. Да, у них инфекции, они потому что по мусоркам, по помойкам везде, вот эти... Ну, вот это, ингредиенты посыпают на дорогу, они клюют, заболевают. Вот если сюда вдруг пойдет, не дай бог, слюна пойдет им на корм, да.
Все, все голуби заболеют и умрут. Сложно вылечить голубей, они много болезней у них. Вылечить можно практически, если какие, бесполезно даже. Они заболевают, и потом они перестают летать. Голуби? Почему? Ну, болезнь, вот все, иммунная система слабая, у них сил нет. И вот они и постепенно хереют и умирают. Тоже случайно, вот так, они буквально вот, увидят дырочку, открыл, и они вылетели. Все. Ну, все улетели, я думаю, все улетели. Не было 2 дня. На 3-й день, смотрю, обе сидят. Все запущено. Да. Наиль появился, и вдвоем вы как-то сразу пошло все, да? Ну, одному мне тяжело и не потянуть было. А как вы познакомились с Наилем? Да сюда он пришел, он же голубятник. Смотрит, да. Голубятник. Ну, раз на 3-й застал меня. Это у них память, они вот, если вот они немножко вот на волю вышли, даже через сетку, да? Да. Они вспоминают округу, деревья, у них еще же внутренний компас есть какой-то свой. Магниты. Да, по магнитному полю Земли они ориентируются. И летают, и вот они начинают играть через себя. Вот, постоянно играют. Так интересно, конечно, смотреть, да? Ничего себе. Рисунок какой-то у них внутри. Да, у них свой. Поэтому называют бойные. Вот, они прям тук. Да, вот там крышу ударится, они так сидят сюда, такие, себя приходят, так интересно. Поэтому мы иногда и голубятники называют немножко такие, дурные голуби, чуть-чуть. Потому что они заигрываются. Да я понял, да, как дети, заигрываются. Да, да, заигрываются, но наблюдать интересно. А у них память есть у голубей? Великолепная. Они вот нас даже, различают, хозяев. Серьезно? Да. Они сразу раз так заходишь, они так притихают. Ну, вдвоем веселее же, да? Ну, потому что сложно. Да, конечно. Одному уже молодежь не занимается. Вот мы вдвоем, так скажем. А здесь же вообще у нас изумительное место, да? Это вообще, надо вот это назвать, это голубятник, голуби, белые голуби Арбата. Красота, красота. И вот самое главное, полет. Я вот лично, да, не люблю, чтобы голуби, ну, как сказать, просто были, просто кормить их, смотреть на них. Да, да, да. А вот когда они летают, голуби, они же вон в ясное небо, да? Да, как да, красиво, да. Да, они летают, хлопают. Это вот в центре Москвы сейчас как бы соколы охотятся на голубей. Да. Это фантастика, да, какая-то. Да. 21 век, там 2023 год, а этот сокол в центре охотится. Это же... Людям кажется же, да, что соколы, все ястребы, они живут только за городом, только да. В лесах. У меня был один красный самец. Да. Он вообще сам весь красный, а ты меня не было, честно. Не буду, ладно. Но. Не мог, только с белой понимался. Ему такую же самку даешь, такой же породы. Все. Да? Так и не получилось. Не дало, да? Не, я мучился, наверное, долго. А выпускаешь сразу. Любая белая самка его. Нагляк. Да, вот так. Да, осень тот должен набрать силы. Чтобы... Сил. Да, обучиться всему, и чтобы потом его из гнезда, кажется, иди на вольные хлеба. Поджопник. Да, да. Ну, это как и везде, в живых сетях. Ну, конечно, да, да. Да. Вырос, все, до свидания, сделай свою жизнь. Вот он, вон. Я ж говорю, тумбочка с ногами, а вы мне не верили. Вы думали, я вам все сказки рассказываю. А ведь такое тоже бывает.